В ООН решили выяснить общее количество террористов в мире. По данным организации, в 100 странах сегодня проживают более 30 тысяч боевиков. Сейчас в мире насчитывается более 30 тысяч боевиков. Терроризм – глобальная угроза, и он требует всеобъемлющего и объединенного ответа. По словам эксперта, самую большую угрозу для человечества представляет террористическая группировка Ирака и Леванта. Только во время Рамадана боевики ТИГИЛ совершили около 400 атак в 16 странах мира. Большинство нападений пришлись на города Сирии и Ирака.